успел сделать с тех пор. Разве есть какой-нибудь другой театр, где ты испытываешь те же чувства? Разве есть такая же публика? Это же Кировский. Он красавец. Да. И ты мог бы стать легендой. А теперь молодежь даже не знает твоего имени. Каково ощущение? Каково ощущение? Я родился танцовщиком этого театра. Он всегда будет частью меня самого. Как Россия. Но в течение 8 лет я был свободным. Ты понимаешь, что это такое, быть по-настоящему свободным, а? Нет, это как Высоцкий. Ты шепчешь его песни. А я не желаю шептать о том, что чувствую. Я хочу кричать, как он. Я больше не хочу врать. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Мы успели в гости к Богу. Не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? И это колокольчик весь зажжется от рыданий. Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, скачь, не лететь. Но что на кони мне попались привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, и я рубля напою, хоть мгновенье еще постою на краю. Ты работаешь на